Ё-моё, кажется, приехали. Вообще, авария несерьезная, ущерб небольшой, но настроение испорчено на весь день. У меня, как и у любого участника ДТП, есть один действенный способ – выйти из машины, достать телефон, сфотографировать автомобиль, составить схему аварии и уже со всеми этими документами поехать в страховую. Однако люди предпочитают перекладывать это непростое дело на чужие плечи. Ждать сотрудников госавтоинспекции порой приходится долго. А по новым правилам, если в аварии никто не пострадал, у участников нет разногласий и ущерб от ДТП не превышает 50 тысяч рублей, водители должны оформить европротокол самостоятельно. Все казалось бы просто, но как оценить ущерб правильно? Ведь зачастую при незначительных повреждениях у авто появляются скрытые дефекты. Возместить ущерб тоже весьма проблематично. В избежание таких недоразумений участники этого ДТП решили вызвать аварийного комиссара. Благодаря его своевременной помощи автолюбителям удалось избежать скандала. Что мне теперь делать? Так сильно все, да? Ремонтировать мне машину. Лучше вы мне. Мы выезжаем, фиксируем все, правильно указываем все повреждения. И чтобы меньше было у людей в страховой компании разногласий, правильно им вы выплатили все деньги на ремонт автомобиля. И после полного оформления мы также предлагаем клиентам произвести ремонт в нашем техцентре для полного восстановления, чтобы человек уехал довольный с нашего центра. В нашем случае аварийный комиссар оформил аварию, оказал юридическую и психологическую помощь водителям. Составляем схему в европротоколе, указываем правильное движение двух транспортных средств, место повреждения. Соответственно, составляем европротокол для подачи в страховую компанию для возмещения убытка. Отмечаем в европротоколе движение автомобиля, то есть у вас два автомобиля двигались прямо, не маневрировали. Не ты, так в тебя, говорят бывалые водители, потому как никто на дороге не застрахован ни от дураков, ни от рокового случая. Но теперь рязанцы могут быть спокойны. В неприятных мелких авариях, на которые раньше уходило уйма времени, им на помощь всегда готов прийти аварийный комиссар. Алена Куклева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».